Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Всех с праздником, но рынок в целом работает, так что все, кто не разъехались по морям и на природу, продолжают торговать, так что нужно сделать разметку на эту неделю. Целиком всю сделать не успел. 15-минутки посчитать придется вместе, но много времени это не займет. К тому же сильно торопиться нам некуда, в крайнем случае навещание еще минут 15 сверху попрошу, так что торопиться не будем сегодня. Напоминаю правила, то есть если кто-то желает рассказать свое мнение о рынке, пишите в чат, присылайте скриншоты. Если есть желание рассказать о своих сделках, то пишите в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты разные, сравнивать прибыль или убыток в долларах практически бессмысленно. Сейчас давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе из новостей. Ну, нон-фарма понятно, да, как бы первая неделя месяца. Ну вот что там сегодня-завтра из важных новостей, на всякий случай озвучу. Сейчас с экрана исчезаю, проверяю, как там у нас дела в чате идут, и можно начинать. Так, с экрана я исчез. Так, что у нас в чате? В чате все хорошо. Так, смотрю, наш постоянный состав практически весь есть. Так, вот Антон, вижу, тоже к нам присоединился, приветствую. Так, теперь надо посмотреть, что нас ждет сегодня из новостей. Сейчас подгрузится. Напоминаю, что какого-то подробного фундаментального анализа никогда не делаю, смотрю только наиболее важные новости, которые могут изменить волатильность там в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Основное веселье будет в переходе с пятницы на понедельник, потому что, ну, с одной стороны, пятница, там данные по Америке выходят, и к тому же на выходных еще будут опубликованы данные по выборам во Франции, поэтому наверняка труханет, по крайней мере, Европу сильно. Так, сегодня из того, что еще не опубликовано, публикация прогноза экономического роста по Европейскому валютному союзу. Дальше. И много данных уже выходит по Соединенным Штатам. Это примерно через 6 часов. Выступление министра финансов США будет. Личные доходы, расходы на личное потребление. И из наиболее важных — индекс деловой активности ISM в производственном секторе и индекс постепенного разгона инфляции, вот ISM. Ну, вроде бы все. Остальное уже выпадает на вторник. Там, кто спать не будет, будут важные данные по Японии, заседание комитета по кредитно-денежной политике, выступление главы Центрального банка Японии. Дальше, потом после них Австралия просыпается, решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Потом пониже сопроводительное заявление Резервного банка Австралии и публикации бюджетного плана тоже по Австралии. Ну, к этому мы вернемся еще завтра. Как раз обсудим часть тех данных, которые уже опубликуются на момент выхода аналитики. Так, вижу, вот народ потихоньку подтягивается. Приветствую еще раз всех, кто только что подключился. Еще раз всех с праздником. А мы начинаем, как всегда, с DXY. Но обсуждать нам не очень много придется, потому что пока я, по крайней мере, смотрел, у нас по-прежнему еще 28 число. То есть котировок еще пока нет. Поэтому, ну, для того, чтобы подвести итоги пятницы, данные у нас есть. Для того, чтобы рассчитать время на неделю вперед, данные у нас есть. Для того, чтобы рассчитать цены на неделю вперед, данных у нас нет, потому что у нас нет ни одного часа еще отработавшегося на этой неделе. Поэтому тут немножко более скудный набор данных будет. Так, дальше Михаил пишет, основное веселье начнется со среды, решение ФРС по процентной ставке. Ну, вот как раз за то разговор и шел, что именно во второй половине недели будет, особенно еще с перехода с этой недели на следующую, когда во Франции выборы. Так,
На всякий случай для тех, кто только недавно с нами, еще не привык к тому, что много построений и так далее, не пытайтесь их запомнить. Вот в этой общей папке, по вот этой ссылке, ссылка никогда не меняется, лежит раздаточный материал от старых еще выпусков, и сегодняшние сюда же, в принципе, тоже попадут. Так, дальше. Евгений задает вопрос, будут ли демо-попугаи сегодня. Да, будут, я уже все сделал. То есть они будут работать всю эту неделю, вплоть до воскресенья. И все, у кого демо-счет, нано-счет или счет с небольшим количеством средств, неважно, у вас он все равно будет работать. Самое главное, чтобы вы были из нашего профсоюза, то есть на демо-счетах других брокеров работать он не будет. Как я уже говорил, чтобы народ не безобразничал и не выкладывал на другие сервера и на другие форумы, потому что это не очень радует. А все остальные, кто у нас собирается на аналитике и работает с альпаришным метатрейдером, никаких проблем нет. Пока что DXY приостановился, гэп он не закрыл. Ну, дивергенция, сказать, чтобы отработалась, наверное, язык не повернется, просто пошли какие-то бумажные зонтики. У нас, в принципе, до 10 числа есть время, чтобы DXY определился с направлением, так что, наверное, до среды как раз подождем, а там уже будет видно. Дальше. Теперь смотрим на DXY. Здесь тоже, как видите, еще пока что ни одной котировки нет, потому что данных пока не подгружено никаких. То есть, когда возобновятся поставки котировок по данному инструменту, тогда и, соответственно, совершим необходимый пересчет. Так, дальше. Почему котировки начали меняться с 0 часов по Москве, когда все биржи не работали? Ну, мы пока что просматриваем DXY, по нему вообще еще котировок не было. Сейчас до остальных дойдем, все разберем. Мы с вами разбирали, что он будет пытаться взять 98.65 со второго там или с третьего или четвертого раза. Но вот пока что со второго захода у него не получилось, и опять он там не дошел, там буквально там несколько пипсов. Ну, посмотрим, как он будет развиваться дальше. Эта неделя для него формально еще не началась, так что когда вот американцы зашевелятся, как раз посмотрим, как он будет ходить дальше. По-хорошему, у него время еще есть, чтобы попробовать закрыть гэп. Но, опять же, отталкиваться нужно не от наших расчетов, а отталкиваться нужно от тех новостей, которые на этой неделе будут. И в плане Америки будет достаточно насыщенный список. DXY на часах. Смотрите, я вам на всякий случай расписал время на эту неделю. То есть у нас официально как бы для DXY понедельник еще не наступил, но данных для расчета времен у меня достаточно, а для расчета цен нет. Так что цены пока не считал, плюс вы цены сможете посчитать сами, как только первый час по DXY подгрузится, как только пойдут котировки. Просто закиньте считалку на график, она сама разлинеет вам 7 уровней вверх, 7 уровней вниз. Ну или подождете одного из следующих выпусков аналитики, когда это станет актуально. На всякий случай время назову, то есть это 1 числа в 8, 2 числа в 4, 3 в полночь, 3 в 20, 4 в 16 и 5 в 12. Ну, исходя из того, какие на тот момент будут актуальны, естественно, да? Так, Еврик. Еврик на днях фактически стоит на месте. Тот сигнал, который мы с вами разбирали, будет ли он, согласно осциллятору, останавливать свое движение и пробовать отойти назад, уже начинает отрабатываться. То есть в теории еврик может приупасть вплоть до 1.0722. Но мы уже рассматривали такой вариант, что если он пробьет потом вот эту линию, наверное, надо будет потом перерисовать все-таки это через веер, как будет удобнее. Потому что тогда я это рисовал отдельными линиями. Давайте сразу сделаем, чтобы потом не мучиться.
Когда-то я каждую из линий рисовал поштучно, было очень напряжно, а потом все стало все значительно проще. Давайте перестроим. Мы его скоро удалим, но по крайней мере мы будем знать, когда нам стоит перестать пользоваться данной разметкой. То есть цена уже очень сильно отстала от времени. И когда сейчас поближе подведем, здесь она, видите, уже не так сильно скачет из-за масштаба. То есть когда будет пробита вот эта линия, мы уже будем говорить, что евро перестал падать. И тогда уже у нас, по сути, новые данные есть для начала построений. У нас только нет поводов ими пользоваться. Так, дальше вижу, у нас тут диалог ведется о том, кто начинает торговать. Давайте еще раз чуть дополню. То есть сначала просыпаются японцы и Австралия, потом Азия, потом Европа, потом Англия, потом Америка, Канада и потом все заново. Вот. И на Stock Time там выложены только наиболее крупные площадки, но далеко не все. Это еще на базовом курсе. Те, кому этот сайт показывал, я вам говорил, что здесь только самые большие, но их на самом деле намного-намного больше. Так. Ну, на днях тут каши не сваришь, как говорится, да, до 10 числа опять же он может туда-сюда болтаться, поэтому давайте перейдем на маленькие таймфреймы и посмотрим, что происходит здесь. Вот, 28 числа он пытался дать сигнал на покупку, осциллятор сказал, что не стоит этого делать. Перенесли углы сюда. Ну, чуть-чуть можно скорректировать на последний минимум вот сюда. И никаких новых рывков не было. Неделя плавно началась, особенно ничего не менялось. Так что сидим, караулим, кого будет пробивать, в ту сторону и присоединимся. Опять же повторюсь, куда бы он ни пошел, запас хода, если минимум смотреть, это под 170 пунктов. Даже если вы половину заберете, будет более чем хорошо. Следующий фунт стерлингов, который многих сейчас интересует. Да, вначале, возможно, дал сигнал, за которого можно было лося поймать, но потом тут же все обратно отдал. Вот, потом пробил тут же наверх и убежал с дивергенцией, с разворотом. Да, вот так вот. Потом рухнул назад. Так что давайте перенесем на наиболее актуальные значения. Вот, чисто формально у него был сигнал на продажу, который был запрещен. Как только закончит рисоваться этот час и еще следующий, если они будут вот такими вот, то соответственно вот это станет минимумом, и уже сами без меня возьмете вот так вот, перенесете этот угол сюда. Сейчас пока этого делать нельзя, а в продажу заходить запрещено. Так что сидим, ждем, что скажет фунт. Более интересно на него будет смотреть при расчете на любимом угле. Следующий швейцарский франк был 28 числа после аналитики сильный импульс вниз, но уже поздновато было заходить, видно было, осциллятор запретил вход, и буквально не зря, потому что цена там проползла каких-то там 10 пунктов, если вместе с тенями, а так получается 4, да, даже смешно смотреть такие вещи. Переносим угол сюда, потом этот уезжает, ну, фактически на том же месте, где и был. Новый сигнал на покупку. Покупка против дивергенции тоже не самый хороший выбор, да, то есть, ну, в пятницу вообще редко, когда хорошие моменты выпадают, да, поэтому вряд ли кто-то заходил. На всякий случай разбираем просто все возможные варианты, заодно, как новички к нам присоединяются периодически, чтобы логика у всех рассуждений была в голове и очень хорошо прописана, да. Так что сейчас уже формально у нас есть новый максимум, так что взяли вот так вот, перенесли. Минимум у нас уже тоже есть. Вот он, перенесли. Ждем.
когда даст новый сигнал. Единственное, смотрите, начиная с 10 часа, после того, как он закроется, как видите, у нас могут быть проблемы с сигналами на продажу. Те, кто давно торгует, я думаю, и так это знают. Новичкам на всякий случай повторюсь. Представьте себе, что швейцарец сходит вот так, и вы увидите вот такую свечу вниз. Возникнет желание продать, даже если не будет здесь никаких запретов. Почему нельзя будет продавать? Продавать нельзя будет, потому что на пути стоит один из основных углов. Потому что может это все закончиться вот так. И он потом пойдет забирать ваши стопы. Поэтому если в таких ситуациях заходить, то только после того, как будет пробит основной угол в том числе. Да, вы не доберете 5 пунктов, но я думаю, что это терпимо. Даже можно 10 пропустить. Потому что такие ситуации очень часто встречаются, поэтому нужно обязательно смотреть. Так, дальше Михаил пишет. Сегодня в большинстве стран в мире выходной день, день труда, пока ликвидность очень низкая. Ну, по крайней мере, мы примерно общую картину обозначим, а основное веселье все-таки начнется со второй половины недели. Но исходя из того, что данные от прошлой недели уже полностью сформировались, поэтому надо немножко более уточнить то, что у нас было на момент прошлой пятницы. То есть обновить углы, обновить квадраты, это уже будет, ну, за исключением того, что по любимому углу посчитано. Это позволит более актуальные сделки принимать. Так, следующая японка. У японки была возможность дать сигнал в покупку в 15 часов в пятницу. Но была проблема в виде дивера. Опять же, против дивера входить обычно не самый хороший выбор. Так что пропустили, и как выяснилось, не зря пропустили, да? Поставили угол сюда, болталось. Новый сигнал на покупку сегодня в 4 часа ночи, если кто-то не спал. Опять запрет. Второй уже. Плюс, когда до любимого угла дойдем, увидите, что вот это как раз и есть значение ближайшего из любимых углов по цене. И сейчас чуть-чуть выше будет еще один. Если она за него зайдет, будет хороший сигнал на покупку. Если выйдет обратно, хороший сигнал на продажу. Так что иена, несмотря на мое предвзятое к ней отношение, дает в последнее время очень неплохие сигналы. Так что сейчас вот буквально, когда там 37 минут назад был сигнал на покупку, второй уже повторный, и вот он был не запрещен. Вот он. Так что любители иены, краткосрочники, в принципе, можете уже начинать ее караулить. Все остальные могут подождать, пока она из зоны между любимыми углами не выйдет, но это ближе к концу семинара покажу. Так. Следующий австралиец. У австралийца был сигнал 12 часов на покупку в пятницу, не самый удачный, да, потом убежал до любимого угла. Я так понимаю, кто заходил, лося поймал. Потом углы передвинули. Был сигнал на покупку, который был запрещен. Потом переехали вот сюда. И вот конкретно сейчас формируется еще один сигнал на покупку, который тоже уже, как видите, будет запрещен. Поэтому пользоваться им, я думаю, не будем. Посмотрим, что будет на новозеландце. От новозеландца ждали какой-нибудь отскок назад, чтобы можно было нормальный, адекватный веер нарисовать, да. Но вот он не хочет все никак. Получается, диапазон у нас в районе 73 пунктов всего лишь боковой. Так что здесь даже канал с зоной условного касания не нарисуешь, потому что уровень шума на часовом графике позволяет работать адекватно с этим каналом, когда хотя бы 100 пунктов ширина есть. Вот. Так что подождем, пока он из этого боковичка вылезет. И потом уже будем принимать какие-то решения.
Так, Михаил пишет, основные объемы крупных игроков сосредоточены на иене, объемы контрактов превышают все остальные инструменты, на мой взгляд, скорее всего, завтра иену уронят. Кстати, вот к этому моменту думал вернуться позже, но раз еще и подтверждается это тем, что на иене стоят большие объемы, давайте чуть-чуть вперед убежим. Где она здесь? Видите, куда зашла? Сколько мы уже раз этот сигнал с вами отрабатывали за последние недели 3-4, да? Помним, да, у иены два любимых угла по цене. Она находится между ними. Нужно сидеть, ждать, когда она выйдет из него. То есть может повториться вот эта песня, которая уже была 30 марта, да? То есть если она выйдет, потом сбегает обратно, вот так, до 110-468. Фактически, видите, она даже в том же самом диапазоне. Так что любителям японки караульте именно вот этот диапазон, он уже отрабатывался до этого. Как раз хорошо, что абсолютно альтернативный вариант анализа дает практически те же самые результаты. Так, и есть еще уточнение. Михаил пишет, по иене на Chicago Mercantile Exchange верхняя граница 112.35. Так, 112.35, давайте нарисуем. У меня получается расчетник 112.05. 112.35. Напоминаю, что белым рисую чикагские. Ну, достаточно близко. Так, хорошо. Японку посмотрели, я возвращаюсь назад. Спасибо за уточнение. Кстати, пока разговаривали, уже немножко еще вверх пролезло. Так, австралийца посмотрели. Дальше новозеландец. Обсудили. Следующий канадец. Так, вот, канадцы еще не обсуждали. Следующий инструмент, получается, нам дал сигнал в 17 часов 28 числа. И запретов никаких на тот момент не было. И, в принципе, кто заходил, ну, может быть, спред отбил только и все. Никаких запретов нет, так что если заходили, держите дальше, посмотрим, чем дело кончится. Единственное, меня смущает, что вот этот вот уровень, который у него был, сейчас скажу, когда 27 числа 18 часов на 1.36639 пробовал пробить здесь и сейчас тоже фактически не закрепился. Если появится хорошая бычья свеча вот такая вот, то в этом случае наверняка пойдет уже за профитом. А если так и будет болтаться, надо будет посмотреть по квадратам времени, там будет понятнее, что происходит. Следующий момент, это евро-доллар, переходим теперь на расчеты по квадратам. Еврик уже дергался, брал первую цель, но это было еще фактически конец прошлой недели. За эту неделю он еще ничего не сделал. Диапазон новый 1.08744-1.09215, и пока он за него не вылезет, лучше его не трогать. В ближайшее время 11.40, может быть, немножко больше зашевелится, но я думаю, что все-таки пока уже не будут выходить данные по Соединенным Штатам, наверняка особо сильно сама котировка дергаться не станет. На 15 минутках не считал время, сейчас посчитаем вместе. Так, один момент. Так, мне тут что-то хотят спросить, секундочку. Так, продолжаем разговор. Так, значит, у нас прошлый рабочий день был 24 числа.
Вот, так что сейчас давайте нанесем все необходимое. И потом посмотрим вместе. 28 числа в 4 часа. Потом 5.15. Потом 8.30. В 12.15 самый такой ярко выраженный, даже другим цветом его отмечу на всякий случай. 17.45, 20.45 и 23 ровно. Пока непонятно, то ли квадрат, то ли треугольник, сейчас выясним. Начинаем всегда с низких частот, потом поднимаемся все выше и выше, если не можем найти ответ. Ну, тут особо искать не пришлось. Да? Явно видно, что треугольник, даже дальше можно не смотреть. Значит, первый угол 33 градуса, по сути его можно даже было не замерять. Да? Значит, время 8.15, 16.15 и 15 ровно. Так, сейчас перенесем. минут, дальше 8.15. Так как волатильность не особо большая, мы сейчас вряд ли сильно это сможем оценить, но вот еще одно время, может, во второй половине дня нам сможет чем-то помочь, это 16.15. Есть. Так, дальше следующий фунт стерлингов. Диапазон для него новый 1.28.831, 1.29.464. Пока что с начала недели за него цена не заходила. После 15 часов будем смотреть, как он будет себя вести, потому что особо волатильности нет. Именно, может быть, после нее там вот цена как-то будет болтаться, там неважно, вверх-вниз появится какая-нибудь сильная бычья или сильная медвежья свеча. Тогда уже будем искать пробой и присоединяться к движению. Конечно, агрессивные интрадейщики могут и при появлении такой свечи внутри часа присоединиться, да, но это уже надо на более маленькие таймфреймы переходить. То есть пока на данный момент особо делать нечего, сидим, плюем в потолок, как говорится. Так, вижу сообщение от Михаила. По евро стою на продажу с уровня 1.0925, пока 38 пунктов. Так, отлично. Потом расскажите, как в итоге закрылось. Если есть еще те, кто поймали еврика, пишите. Так, фунт надо посмотреть тоже на 15 минутках. Ну, уровни посчитать, я думаю, и без меня можете, да, по обычной считалкой по 7 уровней в обе стороны ставим. Вот. Теперь, какое первое колебание было? Вот оно, да. То есть, вот, рывок, откат. Получается, вот это нижнее значение. Это мы прошли, до этого не дошли, значит, вот это значение. То есть 1.29.240, 1.29.503 уже прыгнул вниз, уже даже взял первую цель. Сейчас небольшой откат из-за дивера вот этого вот. Вот он. Так что, возможно, в ближайшие там 15, может быть, 45 минут откат до 29.24. Ну, там буквально 10 пунктов, а цель на сегодня 28.911, то есть это еще где-то 20 пунктов вниз. Так что падение как раз подтверждается, но пока на очень маленьких расстояниях. Потом надо будет посмотреть, как закончится сегодняшний день, завтра к обсуждению вернемся, может быть, фунтик уже приостанавливает свой рост, но пока это не подтверждено. Нужно, чтобы сегодняшний день вниз сходил. Теперь время нужно на сегодняшний день посчитать, которое может быть нам полезно. Так, сейчас старую разметку удалю, то, что для еврика было сделано. Так, начинаем. 2.45, 7, 9.45,
12. Шестнадцать, 21, ровно. Так, вроде все. Смотрим, как всегда, с низких частот на более высокий треугольник. Ну, явно видно, да, что не захватываем ничего. С квадратом, наверное, явно получше будет. Ну вот сколько, грубо говоря, 4 забрали, 2 упустили. Если берем пятерку, тоже 2 упускаем. Сейчас если поставить вот так, то ну, все равно не очень, но лучше, по крайней мере. Почти забираем вот эту с погрешностью почти в 2,5 ячейки. Так, если 6 возьмем, что будет? Вот шестерка подходит лучше всего. Получается, мы ошибаемся только вот с этим. И все. Сейчас только поточнее выставим. Так, поехали, значит, 2.30, 6.30, 10.30, 14.30, 18.30 и 22.30. Переносим теперь на график потенциальное время, которое нам будет полезно. Ну и заодно посмотрим, что старого времени осталось. Ближайшее это 2 часа 30 минут. Тут только начинался рынок, был максимум, но на этом уже кашу не сваришь. По сути, разворот был, но уже поздно смотреть, чего там можно было и чего нельзя сделать. Следующее, тоже уже время прошло, 6.30, завершение коррекции, потом 10.30. Скоро как раз наступит, может быть, вот этот рост, о котором мы с вами говорили, и закончится, и потом начнется падение. Дальше 14.30, следующее, потом 18.30 и 22.30, следующее. Есть. Так, посчитали время. Следующий вопрос, вижу, в чате появился. Елена пишет: добрый день, как новичкам адаптироваться в систему? На самом деле сложного по большому счету ничего нет. Поначалу кажется очень страшно, особенно когда вот этот график видишь, кажется, что это танец с бубном, да, по вызову духов рынка. Вот, на самом деле обычная математика. Сейчас немножко отвлекусь, да. Смотрите, желательно посмотреть объяснение, которое я подробно излагал в клубном дне, который был в Новосибирске в августе прошлого года. Просьба, если кто из старой гвардии есть, ссылка выложите, пожалуйста, в чат, чтобы человек мог открыть после семинара, посмотреть. Основная фишка заключается в чем? Что практически все классические торговые методы именно с точки зрения технического анализа анализируют колебания цены просто вот вверх, вниз и все. Цена идет или вверх, или вниз. Других вариантов мы не рассматриваем. А сейчас уже существуют методы, которые рассматривают колебания в рамках плоскости. То есть мы рассматриваем движение вверх, вниз, влево, вправо. Ну, понятно, что влево цена двигаться не может, да, она может двигаться только вправо вместе со временем. И получается, в момент, когда зарождается тренд, есть определенная синхронность в скорости движения времени и в скорости движения цены. А это вот все равно, что автомобили в потоке едут, да, вот мы выехали на трассу и едем, например, с крейсерской скоростью, там, например, 90 км в час, да. Но рано или поздно там может быть какой-то плохой участок дороги, мы можем притормозить, да, или можем выехать на скоростную трассу, немножко увеличить свою скорость и так далее.
Вот, то есть в результате как бы наша машина может разгоняться быстрее, может замедляться. Вот это сравнение может быть с ценой. И есть еще вторая скорость, это скорость времени, которая, в принципе, нам всем известна, которая не меняется. Так вот, получается, когда зарождается тренд, у нас есть вот эти две отдельных скорости, скорость течения времени и скорость течения цены. Так вот, когда начинается тренд, они идут вместе, синхронно, да, допустим, на каждую свечку приходится там 30 пунктов движения в среднем. Но в дальнейшем тренд может ускоряться, в результате цена уходит вперед времени, да, и цена может замедляться или уйти вообще назад при обратном движении, да, то есть время будет обгонять цену, вот так это будет происходить, это в упрощенном варианте. Тем самым мы с вами можем определять не только есть тренд или нет, а еще как раз в каком мы состоянии находимся, то есть когда тренд соответствует изначальной скорости, это значит время и цена, как я люблю говорить, держатся за ручки, когда они около угла 1-1 идут, либо когда цена убегает вперед, ускорение, тогда там очень хорошие сделки на откат получаются, да, либо если тренд сохраняется, но цена отстает от времени, то в этом случае будут очень хорошие сделки в сторону тренда, очень мощные удары могут происходить, если тренд сохраняется. Если тренд не сохраняется, то время убегает вперед, и модель разрушается, и происходит разворот. И вот эти моменты мы как раз можем контролировать, именно глядя в плоскость. Потому что остальные методы, которые используют именно взгляд просто вверх и вниз, они подобные вещи не контролируют. Плюс ко всему, если немножко усложнять данный момент, нужно учитывать, что времени на самом деле два, а не одно. То есть на самом деле получается у нас есть цена вот здесь, да, и вот здесь вот два времени, если в плоскости, ну как бы, пространство строить уже нашей задачи, и получается цена будет синхронизироваться вот так вот, то с одним временем, то со вторым, потому что времени два. Почему? Первое время — это астрономическое, в котором мы с вами живем, а второе — это рыночное, в котором живет цена. И суббота-воскресенье не присутствуют на графике, хотя в жизни, как мы знаем, они происходят. Как раз вот только с выходных мы с вами вышли. Поэтому в краткосрок обычно непрерывное время никак не участвует, потому что мы вот с вами на неделю вперед считаем, какая нам разница, есть выходные или нет, если мы до них считаем. А если мы считаем, например, на полгода вперед, там, или может быть еще больше, на год вперед, то как раз получается такая ситуация, что время одно от другого начинает отставать. То есть в рабочей неделе 5 дней, в астрономической неделе 7 дней. И получается, одно время начинает опережать другое, и наша модель начинает как бы растягиваться в плоскости времени. Вот. Звучит, может быть, в некоторых местах сложно, на самом деле ничего такого страшного нет. Немножко вначале ломает мировоззрение, потому что те, кто привыкли к стандартным шаблонам, немножко это выбивает из колеи. Но посмотрите семинар, который на YouTube выложен, он бесплатный. Еще раз просьба тех, у кого ссылка есть, бросьте в чат, чтобы я сейчас не искал. Когда вы посмотрите, там я очень много наглядных примеров привел. Поэтому, я думаю, в плане понимания ничего сложного у вас не вызовет. Это, то есть легко информация воспринимается на теоретическом, по крайней мере, уровне. А практика, нужно просто походить на аналитику, там, может быть, на протяжении пары недель. И в дальнейшем уже больших проблем это вызывать никаких не будет. Я думаю, те, кто уже давно на аналитику ходят, это подтвердят, потому что много новичков начинали тоже, когда первый раз в жизни это видели, и некоторые из них уже сами считают подобные вычисления. То есть ничего сложного нет, просто немножко непривычно в плане восприятия. Так, я снова исчезаю тоже с экрана. Так, вот вижу, Дмитрий ссылку скинул. Спасибо, что сбросили, чтобы я не искал. Кстати, к остальным новичкам тоже относится. Если у вас возникают сложности именно в плане понимания того, как происходят вычисления, посмотрите запись. Там я постарался максимально подробно разжевать саму идею, как это происходит. Так, а мы идем к швейцарцу. У швейцарца диапазон 0,99-274-0,99-683. И пока он за него не выйдет, мы его не будем трогать. Он несколько раз пробовал на прошлой неделе за диапазон выходить, тогда у него еще больше ширина была. Вот. Может быть, на этой неделе за счет того, что он чуть-чуть сузился, будет более интересно. Сейчас у него расчетное время на 10.40 выпадает.
То есть где-то до 12.40 может произойти разворот, интрадейщики могут заинтересоваться чуть-чуть пошортить. Вот. А те, кто торгуют внутри недели, наверняка пропустят этот момент. Будет не очень интересно, потому что ну, хоть и прибыль в потенциале 30 пунктов, но внутри диапазона я лично не очень люблю сделки совершать. Японка. Как мы уже говорили, потенциальная сделка на покупку есть. Но учтите, что те, кто заходили, желательно, чтобы в ближайшем будущем стопы уже были подтянуты в безубыток, потому что рядом расчетное время, это 14 часов плюс-минус 2 часа, и плюс еще, смотрите, у нас сейчас закрывается час, и чем дело может закончиться, видите, да, дивер начинается. То есть, либо он сейчас ломает дивер и дает нам хотя бы 112.042 или больше, или может быть как раз дойдет до уровня 112.35. Либо он тут же возвращается в диапазон, этот инструмент. То есть вот как раз эта свеча и следующая, они как раз и будут решающими в плане того, чего хочет иена. Обычно она способна ломать диверы, мы с вами это уже видели много раз. Но в любом случае по японке в ближайшие дни будет хороший сигнал. Я вам при расчете на любимом угле показывал это буквально там сколько минут, 15 назад. Так что желательно где-то в районе 2 часов по Москве на японку поглядывайте. Те, кто вне рынка, наверняка интересный момент будет. Так, австралиец. Новый диапазон 0.74596-0.74923. За диапазон не выходил. Ничего из сигналов не было. Внутри диапазона может сейчас немножко сбегать вниз. Интрадейщики могут посмотреть на более маленьких таймфреймах. Может вот этот дивер сейчас начать отрабатываться. Очень внимательно смотрите за нижним диапазоном, за нижней частью диапазона 74.596. Если его не пробивает, будет отличный повод интердейщикам зайти в покупку. То есть если произойдет какой-нибудь даже пусть с уколом это будет. Вот так. То это будет уже четвертый удар в уровень, а с каждым следующим ударом вероятность маленького отскока возрастает. А здесь в районе 15 пунктов скальперам вполне хватит. Те, кто внутри недели торгует, вам будет маловато, поэтому, скорее всего, пропустите. Так, новозеландец. Вот скальперам внимательно следить за новозеландцем. У него в любом случае будет сейчас подарочек, куда бы он ни пошел. Значит, порядка где-то 14 пунктов в случае отскока. Если пробивает, то может быть даже 37 пунктов. Так что следите внимательно в течение нескольких следующих часов. Это уровень нижний от диапазона 0.68534, верхний уровень 68.835. Как раз сейчас происходит третье касание, и вот череда маленьких свечей, которая уже на протяжении 6 часов не может определить, чего хочет новозеландец. Если происходит отбой, значит пойдет на середину. Мы уже очень много посмотрели с вами этих примеров. Так что кто любит чуть-чуть схватить прибыль и убежать, вполне возможно, тут вот как раз будет раздолье для вас. Дальше. Так, дальше. Еще вижу сообщение, Саша пишет, скриншоты и прочее завтра скину. Будет много интересного, хорошо, завтра обсудим. Михаил пишет, завтра в 7 часов 30 минут выходит решение по процентной ставке РБА. Мой прогноз, РБА оставит ставку без изменения. Для ее изменения я лично в настоящее время не вижу никаких причин. Одновременно в это же время будет сопроводительное заявление РБА. Ну, как раз завтра, когда на аналитике соберемся, уже по факту обсудим, чем дело кончилось. Спасибо за сообщение. Следующая у нас Канада. По Канаде диапазон новый 1.36411-1.36958. Сейчас можем напороться на расчетное время на 11.40. Ну, не забывайте, да, что у нас погрешность в 2 часа. Вот. Если произойдет образование максимума, то может канадец отойти до 36411. Опять же, это только интрадейщикам будет интересно. А пока не выйдет за пределы, по сути, работать особо нечем.
Поэтому и наверняка первая половина недели в плане торгов будет не такой интересной, как бы хотелось. Так, золото. Золото пока что держится ниже расчетного значения по любимым углам 1272.07. Вот, мы с вами думали, что он прямо на нем остановится и после этого попробует еще вырасти. Но вот пока что, видите, он прям как встал на уровень 1261.7. Вот прям двигаться с места не хочет. Поэтому, наверное, более интересно будет смотреть на малых таймфреймах. Если предположить, что он собирается падать, этот инструмент, то 1244.88 будет, скорее всего, его ближайшей точкой преткновения. Но вот, судя по осциллятору, вроде как он в плане одного импульса остановился. Может быть, если сейчас эта коррекция закончится, начнется следующий импульс, он его еще немножко вниз протолкает. Ну а модель, опять же, пока что на рост, хотя и с замедлением. То есть последний раз, вот то, что я вам показывал, когда цена и время берутся за ручки, да, это было 17 часов. Так, сообщение от Михаила. По канадцу на Chicago Mercantile Exchange верхняя граница 1.3698. Так, давайте отметим. Так, сейчас старый возьмем. Так, 36.98. Есть. Кстати говоря, практически совпало с моим уровнем. У меня получилось 36 956 на эту неделю. Раз два независимых метода дают примерно один и тот же результат, так что давайте его пожирнее выделю, чтобы был более важный. Вот так. Спасибо за данные. А мы по золоту сейчас залезем на часовики и посмотрим, что там было. Так, новый диапазон 1267.22-1272.20 вышел вниз к предыдущему значению диапазона, за который он вылазил. Так что упасть может совсем немного, до 1260. И из-за того, что там была вот эта вот консолидация, которую вы видите, да, может спокойно остановиться. Плюс ко всему, вот буквально во сколько там, в 7 утра, был математически подтвержден факт окончания импульса. То есть сейчас идет коррекция в сторону движения, так что может как раз вот сюда прийти и развернуться по времени в 14 часов. Либо еще дивер нарисовать в добавку к этому ко всему, например, вот так, маленький отход, еще раз прокол, допустим, да, и с дивера чуть-чуть подъем еще больше. Так что пока что каких-то таких интересных сделок на золоте мы, скорее всего, не увидим. Сейчас посмотрим внутри дня, может быть, что-то интересное есть. Давайте 15 минутки сейчас кинем, уровни раскидаются быстро. Какое у нас было колебание в начале? То есть вот оно, да, потом пошло назад, то есть диапазон вот. И в рамках 15 минут уже даже все цели основные взяты, будет пробовать взять дополнительную 1261.42, после нее идет 1257.90, но это надо еще взять и пробить вот этот уровень, прежде чем о ней говорить. Опять же, что на часах видим, что уровень близко, да, что на 15 минутках тоже, отбойный потенциальный уровень близко, и, кстати, дивер здесь уже более явно виден. Так, теперь надо посчитать время. Сейчас старое уберу. Возможно, время нам на золоте поможет на 15 минутках. Кто хочет поэкстремальничать, значит, 1:45. Потом идет 15 ровно. Потом 16:30 и все. Так, ну здесь либо пятерка, либо шестерка должна быть. По идее, сейчас посмотрим. Ну явно видно, да, что треугольника не хватит. Слишком близко стоят. Тоже для галочки квадрат проверим. Явно будет видно, наверное, что не возьмет.
Ну, вот приближенно, сейчас посмотрим, как с пятеркой будет. Может, пятерка лучше заберет. Ну, вот это идеальный вариант. Нет, это 6. Так, если 5. Так, значит, здесь ошибаемся на 7 минут, здесь ошибаемся даже меньше, чем на 7 минут, так что пятерки, в принципе, по большому счету хватит. Не будем на высокие частоты лезть. Значит, какие значения будут? 4:30, 9:15, 14 ровно, 18:52 можно округлить до 19, и 23:40 можно округлить до 23:45. Так, переходим теперь уже на человеческие значения. Давайте нанесем это 4:30. Кстати говоря, попали очень точно, да? Смотрите. Идеально на окончание. Значит, скорее всего, остальное время тоже будет синхронно. Следующее, значит, 9:15. Здесь это время она пробила, значит, как раз она к этой цене идет. А вот следующее, не факт, что пробьет, это будет 14 часов. Потом 18:52 округляем до 19. И последняя 23:45, то есть предпоследняя свеча. Все. Так как первое время очень хорошо синхронно, значит, оставшиеся три, которые вам будут полезны, это 14, 19 и 23:45. Кто интрадей торгует, будьте внимательны. Так, следующее, кто у нас сегодня, это серебро. Серебро продолжает еще корректироваться вниз. Может дойти как раз до биржевого уровня до 17. У меня следующий уровень чуть ниже 16 866 по расчетам. Но вот судя по осциллятору, как раз уже происходит остановка. Мы с вами наверняка это сможем увидеть ближе к среде или к четвергу. Если посмотреть по часовому графику, то здесь уже начинают появляться признаки остановки. То есть до этого дивер он пробил, сломал. Сейчас еще один появился. Наверняка уже, вот видите, пошли бумажные зонтики. Как раз как только пробьет 17 329, уже начнется рост. Дальше. Следующий рубль. Рубль немножко подрос. Вполне возможно, что когда наши еще процентную ставку немножко уменьшат, как обещают, то, ну, не рубль подрос, а котировка, я имею в виду, то рубль ослабнет, котировка подрастет еще больше. Так что можем ждать в ближайшем будущем в район 58-54, но уже когда только официально объявят данные. Вот пока только остается на уровне слухов, говорить могут, в принципе, все что угодно. Так, бренд. Так, время так до конца не подтвердилось из-за того, что все время доджики идут. Непонятно, что он собирается делать дальше. Сейчас попробую посмотреть. Данных у меня нет, откуда началось, так что бренд постараюсь на днях досчитать, потому что не успел. Надо еще время добавить, потому что цены у нас есть, а дальнейших построений по времени нет, по любимому углу. Но у меня все данные сохранены, поэтому надо будет расчеты с прошлого года поднять, что это еще там в 15-й год, кажется, уходит даже. Так. Вот вижу, еще есть сообщение от Саши. Есть даже скриншот. Пока не настроено. Красная — это текущая цена. Синяя симулирует 18 прогнозов по Фурье. Так,
с плюсом или с минусом, и неким коэффициентом полученное значение добавляется к цене. То есть сейчас по прогнозу рост евро-доллар, но пока сыровато строится график. Так, ну давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, я так понимаю, это уже в этом, в другом варианте построения сделано. То есть красная линия — текущая цена, синяя — это уже с помощью метода Фурье построено. Так, ну, скоро как раз узнаем, насколько насколько хорошо отрабатывается. Кстати, а сколько гармоник включено сейчас? Я же так помню, у вас практически неограниченное количество можно учитывать. Останавливались тогда на небольшом числе, там в районе 10 или меньше. Так, дальше. Интерактивный график, он автоматом строится каждые 5 минут. Ну, достаточно удобно, чтобы не подгружать новые данные. Так. На каждый из 18 расчетов по 7 гармоник. Ну, 7 гармоник уже вполне достаточно, потому что до этого смотрел, как уже говорил, что хотя бы если 4 учитываются, примерно общее направление графика понять можно. А если уже 7 учитывается и более, я думаю, точность существенно возрастет. Так, японка. Мы уже с вами обсуждали этот момент, но давайте на всякий случай для тех, кто позднее подключился. Японка вошла в диапазон между любимыми углами 111.64 и 112.05. Теоретически может еще подняться под 112.35, но мы уже с вами видели, давайте сейчас вот так сделаю. Она уже пробовала пробить 112.05 в росте и потом уронили. Так что если сейчас будет то же самое, то вам будет подарочек от японки в виде где-то 100 пунктов, 100-118 пунктов дополнительно плюс. Так что кто японку караулит, смотрите. Дальше Александр задает вопрос: попугай демо будет? Да, уже все сделано, так что в раздаточном материале будет, забирайте кому нужно. Так, еще сообщение от Саши, но тут есть цена и прогноз, и можно будет оценить потом, видя цену, график то достраивается автоматом, работает или нет. Кстати, потом ради интереса можно будет за весь период замерить коэффициент корреляции между прогнозной кривой и ценовой. Тогда уже, имея конкретный коэффициент, отталкиваться от того, как дальше строить систему по Фурье. Это будет интересно, если хотя бы так за 3-4 месяца набежит прогноз, потом в итоге подвести все необходимые расчеты. А, ну я так понял, такая задумка и есть, да? Ну, одинаково мысли. Так, дальше. Золото на неделях. Очень сильно хотела залезть за основной уровень, не уровень, а угол 1.1. Попытки уже были в начале 16 года, в середине 16 года, длились на протяжении каких-то там 13 недель, не получилось. Вот долго золото падало, потом все-таки вернулось. 9.04 пыталась активно там удержаться. Сейчас вот прям пункт в пункт практически сидит на недельном уровне, уровня угли 1.1, так что пока что в глобальном плане мы рост золота еще не рассматриваем, я имею в виду в недельном масштабе, потому что вот то падение, которое началось в 2011 году, формально пока что еще не закончилось, я бы даже сказал, цена и время синхронны на данный момент, так что поводов удалять эту модель у нас еще нет. То есть должна появиться какая-то сильная свечка на неделях,
которая уйдет от 1.1, и с этого момента начнется замедление цены, а время начнет уходить вперед, потому что время не способно останавливаться, да, а цена способна. То есть падение останавливается, начинается движение наверх, тем самым время уходит вперед, цена отходит назад. В нашем случае вверх. Так что в дальнейшем, возможно, вот эта точка будет новым элементом для построения, но мы с вами еще не один десяток раз успеем встретиться, чтобы это обсудить. Что это такой слишком масштабный вариант построения, так для общей картины, скажем так. Сделки вряд ли кто-то по ней будет открывать, он исключительно для понимания нужен. Следующий швейцарец, дивер не отработал, идут доджики сплошные практически, вот еще молоточек появился из свечных конфигураций, так что на днях мы особо ничего делать не будем. Возможно, какие-то интересные моменты пойдут летом. Следующее расчетное время выпадает на 8.06. Так, дальше. Кстати, оказалось, код от MT5 для формирования базы свечей полностью без изменений компилируется на MT4, что несколько неожиданно, но работает хуже из-за особенностей хранения данных. Метак хранит все в минутах, а четвертый в перемешку хранит данные. Так, ну никогда на самом деле не пытался с пятерки на четверку данные перетаскивать. Интересное замечание. Что я всегда обычно, если скачивал в экселевском формате и потом подгружал уже с внешних источников стандартной операции. Так, и фунт на сегодня последний инструмент. Ждали, что чуть-чуть еще выше поднимется, все-таки до 1.3 долезет. Было до этого еще предположение, что где-то до 1.2970, насколько я помню, Михаил говорил, еще кто-то о том, что она до 70 дойдет и остановится. Вот как раз примерно в этом районе произошла дивергенция, и потом рынок закрылся, с маленьким гэпом прыгнули вниз, и сейчас он стоит на месте, надо, чтобы у него немножко волатильность была побольше. Если не будет, то он вот так вот и будет здесь горцевать вплоть до 2.05. Ну, это, в принципе, уже, по сути, завтра, но до самого вечера это может происходить. Поэтому было бы все-таки очень неплохо, чтобы он какую-нибудь тень наверх кинул, тогда как раз при отбитии можно было бы шортить с очень маленькими стопами, по крайней мере, вот это откатное движение. Если же такого не будет, ну, поработать тоже можно будет неплохо, но прибыли будут поменьше. Желательно, чтобы он упал вниз и пробил 28.467. Конечно, не доберем некоторую часть прибыли, но зато более аргументирована сделка будет. Если начнется вот такая тягомотина, что особо никаких движений не станет, тогда после 20 часов ждем либо быков, либо медведей. Ну, с быками пойдут только скальперы, да, если пойдут медведи, да, то у вас будет потенциал там пунктов 70 сбегать, несмотря какая цена на тот момент будет. Так что фунт, наверное, интересен будет только там со следующего. Да, вот Михаил как раз подтверждает, что говорил про 29.70. Ну, практически там в несколько пунктов всего лишь ошиблись. Так что пока что сбывается именно тот вариант развития событий, который предполагался. Так, вроде бы все, да? Так что давайте... Сейчас сохраню раздаточный материал. Демо попугая уже в раздатке есть. Плюс у кого-то могли начать сбоить попугая с ускоренным затуханием уровней перекупленности и перепроданности. Я их тоже подправил, так что в раздатке все уже будет. Те, у кого есть доступ к общей папке, уже можете заходить. Мне сейчас буквально минутка нужна, чтобы я сейчас все закинул на облако. Так, архив 01.05.2017. Кстати, кто на клубнике был, тоже, опять же, жду ваших пожеланий, чего бы вы хотели еще в этот курс включить, потому что это, по сути, был... первый кусочек курса по сопровождению позиций открытых, да, поэтому, может быть, подкините еще какие-нибудь
идеи, тоже буду очень рад. Так, 10.22 сегодня сохранен. Отлично, так, все правильно. Так, контрольная проверка по дате. Сегодня добавил обновленный затухающий попугай и обновленную демо-версию добавил. Все, значит, здесь все есть. Остается только закинуть в облако. Инструкция по установке на всякий случай. Если у кого-то будут сложности, опять же, можете обратиться в ростовский филиал, не забывайте. Сейчас закину на облако, момент один. Ссылку, как всегда, кину в чат. Кто пропустил начало, постараюсь примерно к 2 часам закинуть на этот, ВКонтакте и на YouTube запись. Так, все, закачка пошла. Те, у кого доступ к общей папке есть, забирайте. Те, кто еще не привык забирать самостоятельно, вот держите в чат ссылку. Так, Наталья спрашивает, запись клубного дня будет выложена? Да, но чуть-чуть позже, в течение сегодняшнего дня или завтра она появится. Так, где будет раздаточный материал? Вижу, были вопросы. Вот ссылка у вас появилась. То есть вы берете ссылку. Да, вот то, что сейчас в чате, вот так ее сюда вставляете. И вот попадаете на файл. Вот уже 23 человека его забрало. Так что все функционирует. Все нормально. Не ожидал, честно говоря, что у нас 150 наберется 1 мая на аналитике. Очень рад, что такое большое посещение. На этой неделе, помните, будет много важных новостей. Несмотря на то, что начинается неделя с праздников, рынок не так часто отдыхает. Поэтому в конце недели, помните, будет North Farm Perils. Я вам еще напомню, да, то есть данные по безработице, средняя заработная плата и так далее. И еще наверняка будет сильные изменения после того, как эта неделя закончится, когда мы ровно через неделю с вами встретимся в следующий понедельник. Сегодня еще мы с вами на другой аналитике встречаемся в 2 часа, когда будем обсуждать фондовые индексы. Там тоже есть что обсудить. Вот. Ну и базовый курс, насколько я помню, сегодня в 16 часов жду новичков. И примерно через полчаса будет еще семинар по бинарным опционам. Кто эта тема интересуется, как раз подробно все разберем. Вот, у меня на этом все. Всем хорошо отдохнуть на выходных. Хорошей торговли, попутного тренда. Встретимся на других семинарах. До свидания.